EA Sports. It's in the game. Всем привет, друзья, и с вами Андрей Шереметьев, и у нас, как это назвать-то, второй раунд лотерей, вот, то есть мы еще раз попробуем открыть пак, в общем, первый пак, который я открывал, он был реально крутой, там вышли хорошие футболисты, и в итоге я продал их за 65 тысяч рублей. Там попались некоторые игроки, да, я их купил за 65 штук. Открываем теперь еще один пак, сейчас у нас осталось два набора, мы сейчас попробуем их открыть. Ну давайте все вместе помолимся, чтобы у нас вышел какой-нибудь игрок. Я не знаю, что будет, это реальная лотерея, блин. Что будет? Короче, поехали. Ой, господи, сделай так, чтобы у меня появился Месси, Рональдиньо, там еще там самые-самые крутые игроки. Ну, поехали. Ну, давай, колдуй. Алаба. Сентион, Сандро, ну, вроде что-то хорошо. О, открыть, бесплатный золотой набор. О, еще бесплатный золотой набор у нас. Ну, думаю, что нормально. Ну, давайте так, сохранить все оставшиеся предметы в клубе. Так, да. Ваш клуб, да, все отправляю. Окей. Так, с этим потом. Так. Получить бесплатный набор. Бесплатный золотой набор. Опа. Дубликаты. Так, выставим на трансфер. Так, быстрая продажа 240. Выставим. Ну, давайте мы поставим под 300 и купить сейчас 400. Бог с ним. И этого тоже. Тоже так же выставим его. А, давайте его продадим быстро, господи, что тут. Так, остался один. Один, и у нас еще есть еще один золотой набор. Давайте. 3, 2, 1. Пуск. Месси, давай, Рональдиньо, Месси, Касилья, Капел, 80, опа-на, может быть, что-то хорошее, тут, о, стадион и форма, о, форма Газпрома, отлично, о, лечение могли бы побольше дать, этих контрактов у меня херово тонна, ладно, нажимаем. Опа, все ушло. Так. Ну, может быть, блядь, здесь у нас будет Месси, а? Или еще что-нибудь? О! 82 бразилец какой-то. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Ладно, хрен знает. Ой. Ну, вот вы сами видели. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите все это дело. В общем, увидимся. Всем спасибо. Всем пока.